Шеф-повар Максим Григорьев. Колбаса в кружке. Готовили вы когда-нибудь домашнюю колбасу? А может быть, вы готовили ее в кружке? Если нет, то предлагаю это сделать незамедлительно. Этот рецепт понравится тем, кто ценит домашнюю кухню и не особо жалует колбасу из супермаркетов. Тем, кто любит колбасу, но покупает ее в супермаркетах с опаской. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты. Кардамон 0,1 чайная ложка. Кориандр молотый 0,2 чайной ложки. Крахмал картофельный 1 столовая ложка. Куриное филе 300 грамм. Масло подсолнечное рафинированное 1 столовая ложка. Молоко 200 мл. Мускатный орех молотый 0,1 чайная ложка. Перец черный молотый 0,1 чайная ложка. Сахар 1 щепотка. Соль 1 чайная ложка. Чеснок 3 зубчика. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Для работы нам понадобится куриное филе, яйцо, картофельный крахмал, молоко, чеснок, соль, черный молотый перец, кориандр молотый, кардамон молотый, мускатный орех молотый, подсолнечное масло. Шаг 2. Куриное филе, 300 грамм, нарезать небольшими кусочками и поместить в чашу кухонного комбайна, насадка металлический нож. Шаг 3. Добавить в чашу молоко, 200 мл, 1 яйцо, картофельный крахмал, 1 столовая ложка, соль, 1 чайная ложка, черный молотый перец, 0,1 чайная ложка, кардамон, 0,1 чайная ложка, кориандр, 0,2 чайной ложки, мускатный орех, 0,1 чайная ложка, очищенный и пропущенный через пресс чеснок, 3 зубчика. Шаг 4. Измельчить все до состояния однородной массы. Шаг 5. Высокие кружки или чашки смазать подсолнечным маслом, 1 столовая ложка, и выложить массу в подготовленные кружки. Наполняйте кружки не более чем на 3/4 их объема, так как масса во время варки будет в кружке подниматься. Шаг 6. На дно кастрюли выложить ткань. Выложить на ткань кружки с фаршем. Заполнить кастрюлю холодной водой таким образом, чтобы вода доходила до половины кружек или немного выше. Замотать горлышко кружек пищевой пленкой, чтобы во время варки туда не попала вода. Накрыть крышкой, довести до кипения и готовить после закипания 35-40 минут. Шаг 7. За время варки масса в кружке поднимется. Шаг 8. Вынуть кружки из кастрюли, снять пищевую пленку. Варенка готова. Дать колбасе немного остыть и вынуть ее из кружек. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.